Приветствую! Это новый выпуск дневников разработки Encased RPG от команды Dark Crystal Games. В сегодняшнем выпуске мы подробнее расскажем о нарративе игры и о том, как он подается игроку. Действия в игре происходят до, во время и после апокалипсиса, который местные обитатели называют «инцидент». Игрок попадает под купол в качестве нового сотрудника компании «Кронус». Мир Encased раскрывается во всей полноте только самому внимательному игроку. Каждая записка, каждый терминал или автоответчик содержит в себе не только сюжеты игры, но и истории людей, пытающихся выжить в стремительно разрушающемся обществе. Некоторым из них вы сможете помочь, другим, напротив, осложните жизнь. Персонаж игрока Encased — это не пассивный наблюдатель, а главная движущая сила игрового мира, влияющая на судьбы персонажей, поселений и целых регионов. Наполнение игры сильно изменилось с выходом патча 1. Мы поменяли нарратив, сделав вступление более динамичным. Многие из наших игроков решили, что мы убрали из игры Магеллан, но это совершенно не так. Станция никуда не делась, ее можно посетить вскоре после событий пролога. Новый Магеллан стал только лучше, теперь он исправлен, дополнен, полюбившиеся вам персонажи никуда не делись, как и квесты. Теперь вы можете неспешно пройти все задания, доступные на станции, не отвлекаясь на основную сюжетную линию, ведь спасение мира может подождать. Хотя Магеллан изначально был задуман как контент для более позднего этапа игры, патч 1 испугал очень многих. Спешим вас успокоить, никаких резких изменений больше не будет, и каждый новый патч или апдейт будут содержать расширение уже имеющегося контента. Так, например, станция Содружества, куда игрок прибывает в прологе, обрастает дополнительными квестами, историями и ответвлениями уже в ближайшем патче, а сюжет будет постепенно дорабатываться не только вглубь, но и вширь. Количество доступных способов выполнить эту или иную задачу возрастет, позволив пройти игру множеством способов. Мы хотим, чтобы каждый сайд-квест, каждый предмет и каждый NPC имели свое значение. История персонажей будет развиваться вне зависимости от того, участвует в ней игрок или нет, но только вы сможете решить, как она будет развиваться. Например, многие из вас уже встретились с Араоном Мелвиллом, стареньким владельцем заправки «Пикник на обочине». В прологе вы можете спасти его от бандитов или, напротив, убить, встав на сторону головорезов. Можете починить турель на станции или просто пройти мимо, оставив Араона наедине с его проблемами. Принятые вами решения окажут серьезное влияние на события в первом акте. У одних игроков Мелвилл будет жив и здоров, а другие, придя на заправку, найдут лишь его могилу. Подобным образом устроено взаимодействие с очень многими персонажами, и мы стремимся к тому, чтобы каждая история в игре работала именно так, начинаясь, развиваясь и приходя к финалу в любом случае, даже если игрок не приложил никаких усилий к участию в ней. Это далеко не последний выпуск дневников разработки Encased RPG, так что подписывайтесь на канал, следите за новостями в наших соцсетях и присоединяйтесь к обсуждениям на нашем Discord-сервере.